Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Мы продолжаем проходить The Ballad of Gay Tony, второй DLC GTA 4. На всякий случай, напоминаю, все, появились у меня триатлончики на карте, поэтому сейчас поедем их, наверное, сразу и пройдем. Так, один тут, другой тут и третий тут. Давайте, чтобы уж как-то это по порядку более-менее поехали. Мне-то присылательницу жоп, когда я сохранил... Ты охуел? Ты кто такой? Что это, блядь, вообще такое было? Нихуя не понял, что это было, он дал. Ну да. Возможно, какие-то старые счеты со мной пытаются свести. Я просто что-то это, я не врубаюсь. Вот, и когда триатлоны пройдем, соответственно, это будет все-таки, тогда уже точно последняя побочка. По идее, они не очень длинные. Ну, триатлоны, в смысле. Так, а морис-то у нас... Да, есть еще один. О, как раз у нас получится вот это. Ой, море. Ну, морис, да. Сюда, 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 окей. Чего ты ждешь? Чего? Не надо. Не надо такие штуки, это я тебе скажу, что я жду. Поверь, ты не хочешь услышать. Я сломал скамейку. Упс. Видите? В виде компенсации можете забрать эту машину. Бля, зачем это сделал? Надо переигрывать. Я хуйню спорол. Я по привычке раз быстро нажал на этот. И как раз надо было подольше. Так, где? Шоусон. Он тоже шлем не надевает, да, понял. Вспомним байкерскую молодость. Я такой, да. Реально по ощущениям часов, сейчас ну 9 утра, 8, вот я вот сижу, и говорю, 5 утра проснулся, у меня нахуй вообще сбилось абсолютно все. Упс, извините. Так, еще раз. Это была ошибка. Это была ошибка. Надо было подольше. Давай, 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 как-то неторопливо такой садится.
идти-то? Куда торопиться? Зачем? А интересно, если с такой высоты уебусь в воду, я погибну или нет? Ну, то есть, не раскрывая парашют, в смысле. Ну, прямо интересно. То есть, прицелиться и прям рядом с лодочкой, так бульк, солдатик, что называется. Сейчас, секундочку. Где-то примерно 6-я минута. Опять мы здесь. Это место меня не отпускает просто. Смотрите, что творится. А, кстати, вон на этом, на камне наверху чувак тут стоит, разминается какой-то. В смысле? Все уже? Да. Окей. Опс. Что тут есть? Ой, желтенькая, не хочу даже. Стоять! Стоять. Зелененькая гораздо лучше. Погнали. Я понял, чтобы активировать запись азота, нажмите капсулу. Я уж понял. Здесь тачка тоже классная. У меня уже нет места сохранять тачки. Все, у меня только две есть. Не, будет прямая, на прямой можно будет. Газануть, так сказать. Поддать газку. Оп, 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 аккуратненько. Пока что управляется капец. Динь-динь! Тихо-тихо-тихо. Упс. Здесь просто некуда. Оп-оп-оп-оп. Вот, сейчас здесь будет трасса. Давай. Замечает еще кто-то остановился здесь. Я пальцем не могу еще как капслок, мне надо смотреть прямо на него. А, то есть их можно перепроходить, все, понял. Так, теперь поехали сюда. Ну, если честно, это было изич. Прям вот изич, серьезно. Я их даже не увидел ни разу соперника. Ну, послышалось, под, конечно, вы тут меня, может быть, нагонял там. А может и нет. Но, честно говоря, это было очень такое себе. Все, теперь капслок уже не работает. Ну, в смысле, он работает только вот для вот этого. Да, машинка там хорошая, мне там нравится. Нравится. Thank you.
Еще и зеленый, это правда. Прям. Бальзам на душу. Сам такой. Так, ну да, все правильно, все правильно. Так, на этом острове? Угу. Окей. Но они здесь одинаково в том плане, что лодка, парашют, лодка, аквамин. Так. Бля, я не туда. А где? Так, я что-то проебал прям по-крупному. Я что-то вообще где-то за мостом, а где? Потому что я посмотрел, где эти пирсы. Надо смотреть по метке, а не где пирсы. Давай, давай, давай. Но. Я тут, я вот сюда. Пищ. Это немного, 24 бакса это немного. Ладно. Я еще стартовал вообще не туда абсолютно. А, нихуя себе! Вон, он прям за мной. Ну, за персонажем, в смысле. Вот это да. Ну да, я туда не доплыл просто, я говорю. Я в маленькую попробую. Надо разные лодки опробовать. Молодец, молодец, красавчик. Ты бы еще залез в лодку-то. Че, мы вдвоем поедем, да? Вау.
Ну, надо было просто сейчас опасно. Ну, чё мне залезает? Здесь уже другой. Так, стоямба. 15-й тоже, возможно, пускай будет. Наперся такой плавучий. Кто еще знает, что такое наперся? Тоже интересно просто. Так, пока я еду. Ох, одна рука. Ах ты, охуевшая тварь. Ладно, это не очень хорошая лодка для гонки. Пиздец, она медленная. Ладно, на будущее понял, маленькую лодку не брать. Самый съебайшот. Бежим. И... Так, что у нас тут есть? О! Тот же набор. Моя зелененькая ждет меня. Пока, пацаны. Ну вас нахуй. Оп, 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 оп. Подходящие моменты все начинают чесаться, что просто капец. Оп, 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 нормально. Погнали. Не, ну это какой-то вообще пиздец. Это что-то как-то слишком легко было. Так, ну я в принципе рядышком с третьей. Отлично, поехали на третью. Не, мужик, несмотря на то, что ты в зеленой кофточке, ты знаешь, что тебе достанется такая шикарная зеленая тачка. К сожалению, в жизни это работает не так. Мне все равно Инфернус, пожалуй, побольше нравится, но это тоже классно. Не, ну здесь прям было хотя бы соревнование, да. Но, правда, очень быстро, а как очень маленькая. В моем понимании, триатлон — это длинная гонка такая, надо... А здесь некоторые обычные гонки были гораздо длиннее. Типа триатлон, все, ты долго бежишь, потом ты долго это, долго то. А тут что-то раз, 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 все. Это тебе машину новую привезли, мужик, смотри, забирай, бесплатно. Ну, чуть помятая, но... Так, надо смотреть сейчас. Так. Я чуть не особо понимаю, где лодка. Вижу.
Давай за... Блядь. Ну где ты там, ёптову по башке? Пиздец, как сюда можно было успеть? Ну ты можешь будешь бежать, блядь, садись. Сука, в развалочку, не торопясь, он идет, пидорасина. Сука, ну это просто бред, вы видели? Ну я же такой, ну куда мне торопиться? Это же не гонка, которую надо выиграть, там прийти первым. Куда мне торопиться? Действительно, мудак, блядь, тупой. Пиздец, блядь, это вот... Они прям чётенько садятся на лодку, естественно, прочее. Вот как здесь понять вот изначально, что тебе вот, ну хорош, давай уже. Ты здесь, ты, они-то знают, куда им лететь, блядь. А ты нет. Thank you very much, yo. I mean that. Как же ты бесит, а? Как здесь понять можно было, что мне вот туда надо? Чтобы они вот здесь закись азота давали. Ну, естественно, они по волнам прямо плывут, им ничего не мешает. А вот, а он на как. А моя лодка на каждой волне подпрыгивает. Да хорош, блядь. А моя лодка на каждой волне подпрыгивает и притормаживает. Просто тактику, как здесь можно было приземлиться первым. А видите, то есть они топят вперед, у них, потому что у них впереди гладкая вода, волны появляются передо мной, блядь. Охуенно, охуительно, блядь. Ёбаный рот. Ну смотри, ну что это за говно? У них гладкая вода, они по гладкой воде быстро едут, а передо мной появляются волны, заебись. Я еле ползу. Охуенно. Пиздец, блядь, мудацкая придумка. Видишь, что происходит? Волны буквально передо мной появляются. Как ни странно, сейчас на этой, на маленькой лодке как раз чувак
оторвался. Я говорил, что она не очень хороша, а он как раз оторвался на ней. Смысл четвертый, что значит четвертый? Как он будет четвертым, если впереди меня всего одна лодка? Вот как я могу быть четвертой, объясните? Вот что значит, почему? Что это за бред, блядь? Вы ебанутые, блядь, я доехал уже до земли! Что значит, я сел на мель? Блядь, вы тупорылые создания, ёб вашу мать! Пиздец, я уже доехал до того места, где машины, сел в машину. О, вы сели на мель, блядь. Иди нахуй, ты про... Что это за бред, блядь? Ты посчитал, что я в другой лодке, что ли, еду, или что? Сука тупая, блядь. Ёпта мать. Пиздец, блядь, это просто какое-то говнище ебучее. Here we are, man. End of the line. Gracias, papi. Причем они начинают ниже меня с самого начала. Самый прикол в том, что они сразу уже ниже меня, и они уже куда надо летят. Вот это вот просто мне очень понравилось, конечно. Видишь, они сразу ниже меня уже. Ну сядь, блядина! Вот чё он опять? Вот он встал и... Блядь, булки мнёт, долбоёб! А, ну заебись, да, понятно, понятно. Когда другой игрок на этой лодке, он всех обгоняет. Когда на этой лодке я, эта лодка самая медленная и еле ползёт. Ну да, 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 блядь! Охуительно, охуительно, пацаны, прям, прям 5 с плюсом, блядь. А почему эта лодка самая медленная? Ну потому что, ну не ты же на ней. В смысле, ты же на ней едешь. Вот если бы ехала на ней не ты, она бы, наоборот, всех обгоняла. Смотри, что творится. Я ебал, пиздец. Чтобы вы понимали, почему от этого так бомбит, не потому, что, бля, сложно или что-то в этом духе, а потому что сделано по ебанутому, абсолютно по тупорылому, блядь. Во-первых, волны, они только передо мной, им насрать. Они едут впереди, у них, о, вон они где уже. Потому что у них гладкая вода. Их волны не тормозят, это во-первых. Во-вторых, они приземляются, хуй пойми как, сразу, блядь. А в-третьих, когда такая хуйня, ты ехал, ехал, вот уже машины, все, ты вылезаешь, чтобы сесть в машину. Бля, ты сел на мель, все, перепроходи заново. А, ну и лодка вот эта маленькая, да, лодка тоже заебись, которая... В прошлый раз она приехала первой, потому что он просто взял и уехал вот так вот вперед. Ну, у нее-то, да, это, понимаешь, у меня гладкая вода была без волн, я бы тоже уехал первый. Вот. Но не в этот раз. А поскольку я за ней, за рулем, то лодка едет как кусок говна, блядь. Кусок мыла пойду, блядь. И то, наверное, нет, кусок мыла пойду как раз быстро проскользнет.
сукну по мужу говна, блядь. Я их почти даже не вижу уже. А, ну да, да, она на прямой линии. Вы поняли, да? Она, когда нет волн, она набирает скорость неистово. А поскольку у них впереди нет волн, поэтому чувак на этой лодке в прошлый раз оторвался. Заебись, отлично. А передо мной генерируются волны. Блять, я ебал. Вот вы мудаки просто, как ты это сделал. Вы конченые мудаки просто, вы конченые мудаки. Пиздец. Да, сядьте в машину, а не будет такого, что опять... Бля, там первый уже уехал, вообще хуй знает куда. Похуй, я приеду, если третьим, я не буду перепроходить это говно, пизду. Блять, езжай вперед, блять! Вот это просто мудак какой-то делал, блять. Я не знаю, что это, что это за пиздец, даже не так, то есть можно только либо первым, либо никаким приехать, да, идите нахуй. Идите нахуй, блять, ага, конечно, сейчас размечтались, блять, да, блять, не сюда. А хотя да, поехали, почитаем. Пиздец, блять. Нахуй свое говно заберите. Это просто дегенерат вот это вот сделал. Ну встань, хули ты разлегся, блядь. Да блядь, иди нахуй. Что ты, что ты делаешь, мудак, блядь, тупой. Я тебе не нажимал останов, блядь. Сука, дегенератство ебучее, блядь. А ну все, оружия у меня нет, конечно. Нахуй мне оружие, блядь. Ты ж дебил, блядь, ты не в состоянии, блядь, сука. Как же бесит, пиздец! Что за тупорылая хуета началась? Пиздец, охуеть! Пиздец, блять, вы что, совсем что ли ёбнулись? Вы просто ёбнутые, что это за пи... Да иди ты нахуй со своей отметкой, не собираюсь... А! Это на этот, пусть... Нет, пусть будет. Пиздец! Я просто в ахуе в полнейшем. Я чего угодно ждал, мне так, бля, такое охуенное DLC, такое прям охуенное, такое, блядь. DLC говно, если честно, абсолютно полное, блядь. Что эти, блядь, снайперки отстреливать эту хуйню, блядь? Что это с вертолетом? Это вообще запредельное говно какое-то. Это вообще какой-то дегенерат придумал, блядь. Еще даже какое-то оружие будет, пиздец.
Ну еще вот. Пистолета нормального нету. Блять, как же у меня бомбит, а вы не представляете. Просто, блять, это пиздец. Раньше я сижу как мудак, блядь, повторяю, пиздец, 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 но я не знаю, как это еще описать. То есть здесь все сделано, чтобы ты вот, если ты не сел, если ты первый сразу на лодку не сел, все, пиздец, ты проиграл. Потому что они едут по ровной воде, а волны генерируются под тобой. То есть они на ровной воде набирают скорость, совершенно спокойно едут вперед, разгоняются, разгоняются и уезжают. А ты по волнам их идут. Плюх, плюх, плюх. Замечательно, когда волны генерируются только под тобой, они вообще не едут. Пиздец. Но что там на почте? Дейзи. Чё, Дейзи, спасибо. Привет, милый, чувак, ты молодчина, крутой парень. Ты меня просто спас, мы готовимся к свадьбе. Я так рада, мне идет белый цвет. Пришлю тебе фотки, если будешь в Лондоне или в Шропшире, или в Сан-Тропе, позвони. Особенно, если у тебя будет чем закинуться. Пока-пока, Дейзи. А, это та, которая в клубе. Спасибо, Дейзи, я почти ничего не понял, но удачи, твоему мужу повезло. Шейла, ваша улыбка. Настоящие женщины ценят улыбки. Счастливое свидание вечером дома, пенис-рот. Новая чудесная отбеливающая формула. Это пенисом порту, да? Стоматологи рекомендуют компоненты, запрещенные в некоторых штатах для безупречного отбеливания. Звездная улыбка придаст уверенности в себе. Женщина заметит выпадение зубов, закажите сейчас Шейла. Загадочные взрывы на вершине гигантского фаллоса. Нуб не сообщает подробностей. Загадочным взрывом на смотровой площадке Роттердам Тауэр нашлось объяснение. По словам представителей НУП, там проводились учения. А, это когда мы отстреливали. Свидетели видели, как агенты НУП требовали очистить территорию под предлогом проведения официальных мероприятий. Несколько часов спустя Тагир Саид, гражданин Дубая, работавший на одной из строительных организаций Liberty City, упал на асфальт с огромной высоты. Спустя несколько мгновений прозвучали взрывы. В первых сообщениях с места происшествия говорилось о провалившейся операции спецслужб, но представители НУП настаивают на своей версии, утверждая, что проводили видеосъемку рекламного характера. Ведется расследование в связи с гибелью мистера Саида. Уж не знаю, если это вот я оставлю вот так вот. Сейчас. О, кто захочет, прочитать. Взрыв на яхте точно не было. На корм акулам махинатор убит. Южноафриканский бизнесмен с сомнительным прошлым был убит вчера во время перестрелки в порту. Фрик Иван Ханденбург, который лишь недавно получил разрешение на въезд в страну, отдыхал с друзьями на моторной яхте, где его и друзей настиг убийца. Кто-то любил Хандербурга, кто-то его ненавидел. Его обвиняли во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. Торговля оружием, наркотиками, людьми, инцесты, поддержка диктаторских режимов. Не всякий будет скорбить на его похороны, хотя многие члены правительства в свое время с удовольствием отдыхали на ранчо Хандербурга и охотились на представителей вымирающих видов на его ферме. Город сотрясают взрывы, где укрыться простому человеку, когда мы взорвали этот... Как его? Ну как его? Храм. А что общего у самолета, поезда и крана? Все эти машины могут убить ваших детей. Недавнее происшествие в Либерти-Сити – яркое подтверждение тому, что выходить из дома в наше время опасно для жизни. Хронологию событий до сих пор пытаются восстановить. Полиция использует для этого социальную сеть популярного сайта Blitter. Итак, первый взрыв обрушил строительный кран на Колумбус-авеню. Второй привел к крушению старого состава метро на линии Алгонкин-Бохан. Третий произошел на борту частного самолета в аэропорту имени Фрэнсиса. Спасатели не успевают разбирать завалы, а власти уже спорят о том, как им в будущем защитить себя от подобных трагедий. Как им лучше защитить себя от подобных трагедий в будущем. Короче, вот так вот. Все, пиздец. Я прям это... Я прям пиздец не расстроен даже, просто разочарован, потому что на самом деле
Только ты уж, ну да, вот прикольный меч, да, вот хороший, но обязательно вылезает какой-то вообще полный, абсолютно говно, блядь. Блядь, ты ебанутый, нет? Вот, вырезай какое-нибудь полнейшее что-то говно и портить все, просто все, что можно испортить. Вот. Поэтому, в общем, ссылки все в описании, все как обычно, проходите, подписывайтесь и так далее. Когда меня бомбит, я не хочу все это проговаривать, вот вы знаете, исключительно на вас все рассчитываю, для вас, соответственно, в общем-то, большому счету делаю. Вот, кому интересно, все, все вы знаете. Вот. А, ну, теперь все, остались только миссии и больше ничего мы не будем. Вот. Все. Всем пока!